Доброе утро, любимые! С вами Догмама Аня и мои собаки Чихуа, Софи и Эйвен. Совсем наступила зима, у вас сегодня суббота, а мы едем на каникулы к нашей бабушке. И, Вась, ты чё мерзнешь? Ты же только вышел на улицу. Если вы не знаете, что это, посмотрите наши прошлые летние выпуски. А в этом выпуске и в будущих других мы покажем вам много всего интересного. Ну что ж, поехали! Сумка такая вот большая. Для переездов в машине. Вот такой вот верх открывается, чтобы можно было голову высунуть, если здесь закрывать. Сейчас покажу вам. Вот так вот. Да, вот так вот и Вась показал. Если эту сумку полностью раскрыть, то вот здесь мы можем сделать баллонька, чтобы когда лапки грязные, ее легко можно было помыть. И вот так она выворачивается. Такая получается отдельная штука, которую мы просто переворачиваем. Сейчас ее нужно пристегнуть, этот замочек. Да, теперь получается вот такой вот зимний вариант. Сейчас крышку прицепим. Можно домик вот так вот закрыть. Либо за вот эту ручку, либо вот так вот вешать на плечо, прикольно. Чаще всего, конечно, когда Иван и София чистые, и лапы у них чистые, они ездят у мамы на коленках. А иногда тут. Ну, иногда вот в таком вот домике на заднем сиденье. Пойдем. Атя. Пойдем. Пойдем. Атя. Заходите, дети. Чизик. Чиз, привет. Ай, Софиша. Надо пописать перед тем, как зайти. Ага, надо. Мама, ты не снимай. Пойдемте, Людмилу Алексеевну звать. Кто лает? Кто лает? Привет, пойдемте кушать. Эйвен, Софи, пошлите. Катя, Софи, бежи. Эйвен, бежи. Софиша там присела. А мы снова в гостях у бабули на каникулах. У-у, ара! Привет. Привет. Кто такие зайки? Малыши. Мам, ну ты же нас любишь больше, да, чем их? Да. Конечно, Софи нас мама любит больше. Ну ты только да. Люби нас больше, пожалуйста, а то я буду нервничать. Да. Хотя они хорошенькие. Но только ты нас люби больше, ладно? Да. В старинной детской кроватке спят ланкаширские малыши. Куда пополз, Лялик? Возятся там что-то, возятся. Они, конечно, милые, да, но щенков я не люблю. А я люблю, только все маленькие детки похожи на инопланетян, да, мам? Да, и Вась, там маленькие детки. Эйвен, они не похожи на инопланетян, это просто маленькие похожи детки. На инопланетян. Да, Софиша, детки маленькие. Инопланетяне. Привет, Сара, а что ты тут делаешь? А, ешь, ну ладно, я пошла. Сара ест орешек. Пошли. Идем. Авочка с нами идем. Привет, любезный. Кто лает? А куда мы идем? Куда мы идем всей толпой? Не задавай вопросов, просто иди. Ладно, я поняла. Пошли, пошли, пошли. Софи, как всегда, самая последняя. Идем смотреть животных, а вы остаетесь тут. Там мраморный поросенок. А как его зовут? Моня. Моня. Это вьетнамский поросенок. Привет, Монь. Моня. А? Монечка. Козлятки маленькие. Красавица. А красный свет для тепла? Ага. Малыши. Казимир вообще. Мы вообще. Хорошенькие такие. Привет. Привет. Вуди. Вуди. Привет. Кто тут смотрит, наблюдает? Кто? Ой, он так смешно чавкает. Теперь понятно, откуда говорят, что ешь как свинья. Курицы пришли воровать твою еду. Эй, ну-ка, куры, уходите. Такие тепловые лампы дают красный свет. Кто тут вылез? Тексели. Какая мягкая шерстка. Это вьетнамская свинья. Она жалуется, что ей не дают поесть. Так он мило кушает. Господи, у него такой нос. Такой нос розовый. Такой мочи, толстощеки, такой мочи. Ка мы там животных кормим. Кто тут ждет? Кто тут поджидает? Марта, привет! Кто тут кушает? Вот так проходит наш день. Мы с Эйвеном и Софи приехали на каникулы к бабушке снова, только теперь зимой. Сходили, проведали животных, я сходила. А теперь кругом собаки. Скоро мы будем справлять Софишкин день рождения. Пацаны, скоро у Софи день рождения, мы должны ей устроить сюрприз. Эйвен, вообще-то я тут. Да, это я так, я пошутил. Маленький, как всегда, с собаками тусит. Кот-собака.
Мама красивая, да, Эйвен? Нет. Вообще, почему ты так всегда против нее? Почему я против нее? Эйвен, ты что, влюбился, что ли? Потому так ведешь себя с ней? Хватит мне тут всякие глупости говорить. Все ясно, Эйвен. Да ладно, Эйвен. Нет, нет, отстаньте от меня. Ага, Эйвен, все ясно с тобой. Привет, маленький. Привет. А Софиша с Эйвеном уже подмерзли и хотят скорее домой. А вы что, тоже все яблоки хотите, да? Анатоль, песни поет. Котиков покормили. Присяду-ка я тут. Ведьма, можно я тут с тобой посижу? Ну, посиди. Спасибо. Любите своих собак и ждите новых выпусков с каникулы бабушки. Давай, Хрюша, какая ты огромная. Какая она огромная просто. Огромная. Варечка,